Акция «Мы в Сочи пьем воду из-под крана» приурочена сразу к двум важным датам – Году экологии в России и Всемирному дню воды. Название не только говорящее, но и предметное. Система водоподготовки в городе такова, что на выходе сочинская живительная влага не требует никаких дополнительных средств фильтрации. На самом деле это вода, которая нельзя напиться. То есть ее пьешь и хочется пить еще. То есть по вкусу она именно такая. Нормальная наша сочинская. Это очень хорошая вода. Как говорят сотрудники сочинского водоканала, постаралась сама природа. На территории курорта действуют сразу 4 крупных водозабора на реках Псизуапсе, Шахе, Сочи и Мзымта. Сначала питьевая вода проходит через природный фильтр грунт, затем поступает на очистные объекты, где подвергается минимальной технической подготовке. Специалисты лишь проводят процедуру обеззараживания. Она обязательна и закреплена в нормативах. Вода, поставляемая в сеть нашей компании, соответствует всем стандартам, которые приняты Российской Федерацией. Более того, у нас есть сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию. Не каждое предприятие, водоснабжающее Российской Федерации, может похвастать наличием такого сертификата. И данный сертификат говорит о самых высоких стандартах качества. Для обеззараживания воды не используется никаких химических реагентов, кроме разрешенного гипохлорита натрия. Впрочем, в процессе транспортировки и его молекулы оседают. В этом смысле город Сочи уникальный город. Таких городов, не то что в Российской Федерации, я думаю, их на планете очень мало, чтобы город с численностью более 500 000 мог похвастаться такого качества водой. Горные источники позволяют пить воду действительно напрямую из-под крана. Но несмотря на благоприятные природные факторы, за качеством воды ведут дополнительный контроль в лаборатории. Ежедневно пробы берут из более чем 200 точек и проверяют по 30 показателям качества. Так что всем туристам горожане могут смело говорить: мы в Сочи пьем воду из-под крана. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.